мама, папа, не хотел я ехать на Украину. Сказали, что едем на двустороннее учение с 25-й бригадой. Ефрейтор Смирнов Евгений Иванович. Год рождения? 21.03.2000 года. Военная часть? 91-701. Мама, папа есть? Есть. Номер вспомнил? Нет, не вспомнил. Где живут? В Иркутской области. Иванов Александр Алексеевич, 17.05.99. А гражданин какой страны являетесь? России. Когда приехали в Украину? 24 февраля. С какой целью? За потерю. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Есть! Есть, блядь! 2!